В акции «Мы вместе» приняли участие 436 добровольцев. Среди них 91 студент, 12 предпринимателей и 7 мам, находящихся в декретном отпуске. Выполнено более 4500 заявок. Доставлено 23 840 продуктовых наборов. Особо отличились Наталья Андреева, выполнила 138 заявок, Ольга Страхова доставила 754 продуктовых набора. Спасибо большое. Спасибо, спасибо, моя солнышко. Организация добрых сердец. Гордимся всеми нашими волонтерами. Спасибо за ваш труд.